Приветствую, друзья. Там Елена у нас в Телеграме. Она собирает группу людей, которые хотят избавиться от лишнего веса. Но я Елене написал, ну молодец. Только надо больше людей собрать, потому что 2-3 человека, если туда подпишутся, в эту группу, я и так могу помочь. У нас же бесплатные ликбезы есть регулярные. Куда каждый человек в Zoom заходит, вопросы задает, пожалуйста. А чтобы не стрелять из пушки по воробьям, надо больше людей собрать, потому что сотни и сотни людей, которые хотят сбросить лишний вес, пожалуйста. Ну, во-первых, потому что генетика такая, во-вторых, потому что в стрессе зависают и заедают этот стресс, а еще и потому что эндокринная система. А у нас... Как раз таки мы занимаемся, наша школа «Человек будущего» Homo Futurus, как раз мы занимаемся тем, чтобы давать советы, как снимать вот это зависание и избавляться от лишнего веса. Потому что лишний вес – это тоже психосоматика, это тоже кое-что такое, о чем бы я там и сказал, и подсказал те приемы и упражнения, которые помогают быстро снимать лишний стресс. О чем Елена и писала там в Телеграме, что она там 24 килограмма сбросила. Ну, молодец, конечно, но так резко бросать не надо, потому что кожа-то наша не поспевает за таким быстрым сбросом. Морщинится, поэтому надо все делать аккуратно. А для этого собирайтесь, друзья, в группу и записывайтесь в Телеграм мой. Там под роликом все ссылки есть в описании. До встречи.